день, уважаемые подписчики канала Мультимедиа Лаборатории. Сегодняшнее видео посвящено такой распространенной проблеме, как переворачивание камеры и пропадание линии парковки на автомобиле RAV4. Уточню, данная проблема касается только автомобилей со штатной камерой и с адаптивными линиями парковки. Проблема распространенная, уверен, что очень многим это видео понадобится. Дело в том, что у всех производителей данная проблема не касается конкретно какого-то производителя. У всех производителей питание камеры осуществляется с данного CAN-модуля. Это не зависит от версии CAN-модуля. Проблема лежит вот в какой плоскости. Вот этот разъем 24-пиновый, это разъем камеры. Два вот этих серых провода, это CAN-шина, по которой передается информация о вращении линий. И желтый-черный — это сигнал видео. Вот этот фиолетовый провод, второй справа в верхнем ряду, верхним рядом считаем замок. Второй пин справа в верхнем ряду — это 6 вольт. Обратим внимание, во всех Тойотах, Камри, RAV4, 6 вольт идет вне зависимости от состояния селектора КПП. В паркинге 6 вольт на камеру, камера запитана постоянно. И данная ситуация во всех Тойотах, Камри, RAV4, в крузаках. Вот, что мы делаем? Питание 6 вольт берется с канбаса и происходит провал по напряжению. И вот из-за этого происходит данная проблема. Берется 6-вольтовый адаптер, разрезается вот эти 6 вольт и подключается 6 вольт с адаптера в бортовую сеть автомобиля, ну то есть запитывается камера. А на сам адаптер питание подается с АЦЦ, то есть берется красный провод вот из этого разъема, вот это вот АЦЦ, соответственно красный и черный. Здесь при повороте, при нажатии кнопки старт-стоп появляется 12 вольт. Адаптер вешается сюда и получается 6 вольт подается сюда. Камера становится запитанной не от CAN-модуля, а от независимого источника. Ну, часто спрашивают, а почему именно от АЦЦ? Ну, потому что в Тойоте сделано так, что камера запитана все время. Тем, кто особо беспокоится, вот в этом разъеме, вот такой вот разъем, 20, он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32-пиновый. В верхнем ряду, опять же, верхний ряд — это где замочек. Второй пин слева — это задний ход. То есть переключаем селектор КПП, видим, что здесь появляется задний ход. Нужно запитать камеру с заднего хода, чтобы питание на камеру шло только в режиме включения заднего хода. Проверял, данная схема тоже работает, но я считаю более правильным подключение именно вот в штате, как у Тойоты, чтобы камера была запитана постоянно. Проверено не на одном автомобиле, данная схема работает и данный дефект пропадает. То есть при включении заднего хода адаптивные линии парковки появляются постоянно и камера не переворачивается. Спасибо за просмотр.